Так, друзья, не плановое маленькое кино. Несу еду. Наша любимая собака принесла 7 щенков. Вот. И все выбрали. А я не занимаюсь. Я себе покупал, они были вот такого. Мы заглядывали. Выбрали? Кормить пришли? Да, выбрали. Так, а где собаке надо ей дать что-нибудь? Слушай, Сережа, я потом кино пока остальных покажу, может, сушенцы возьмут, сизинцы. Жалко, какого? Сейчас я эту уберу, еще сейчас ее уберу. Ладно, я принес еды, они разбежались. Ну-ка, давайте, друзья. Так, разовите мешок, а то у меня руки замерзли. Раз, я кино снимаю, чтобы остальных щенят разобрали. Вон, может, кастрюлю. Это девочка, вон то, да. А, я их не различаю. Тут, друзья, трагедия такая. Было 7 щенят. Вот. Специально за них ездил каждый день. Несмотря на здоровье. Или на его отсутствие. Вот. И один исчез. Одного загрызли. Вот. И в результате одного заберут, останется четверо. И вдруг кто-нибудь из тех, кто меня знает, кто здесь бывал не раз, для кого, как для бешеной собаки, извините за выражение, 100-верстный крюк, может быть, приедет за собакой, за маленьким щеночком. Куда я? В кастрюлю? Да, кидайте. А может и так, они все подберут. Так. Ну, в общем, на этом мой сюжет закончился. А сейчас главное отвлечь. Мама всегда переживает, чтобы она не видела. Чтобы она не видела, что... Да, они изначально, я вот сам Сокина привела, ну как бы, им же как бы готовить свои дела.